В Нижнем Новгороде будет возрождена ярмарочная мечеть. Закладка первого камня была приурочена к празднованию Сабантуя. В торжественной церемонии приняли участие председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации Равиль Гайнуддин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Я поздравляю всех вас с нашим первым волжским Сабантуем. И, конечно, сердечно благодарю в первую очередь Всевышнего Господа миров Аллаха Тааля за ту милость, которую Он оказал нам всем. Сегодня мы вместе с вами смогли заложить первый камень под воссоздание Нижегородской ярмарочной мечети. Договорились с глубоко уважаемым губернатором Глебом Сергеевичем, торжественно вместе будем открывать к 200-летию со дня основания ярмарочной мечети здесь, в Нижнем Новгороде. Огромнейшее спасибо Равиль Хазрату Гайнуддину, муфтию, шейху, руководителю Духовного управления мусульман, что он сегодня с нами здесь. Огромное спасибо Республике Татарстан, конкретно Нижнекамску. Мы очень ценим все нижегородцы, правительство Нижегородского, очень ценим нашу дружбу, очень ценим наше единство на Нижегородской земле, которое сложилось между национальностями и разными вероисповеданиями. Понимаем, насколько важен ислам, насколько важен татарский народ для нашего региона, для нашей страны в целом.